класс. На эту машину несколько раз делал. Да уж. Раздал бы себе. Ну, тоже длиннее. Чем длиннее, ну, тем. Понятно, что. Видео делаешь, да? Да. Просто, насколько помню, ивановский профессионал балуется длинными стрелами. Ну да. Как раз вот там-то мы и заказывали. Вот, значит, оно. Ну как балуются? Это у нас уже вторая, и как бы работает уже несколько лет. Вот так вот непрерывно катается. Сказал нормально. Более чем. Я думаю, что у Вольво это было бы очень дорого. А Вольво, кажется, и не делает. Мне кажется, они делают все, только не все покупают. Ну, конечно, любой каприз за, за шведские кроны. Ну, ну да. Корейцы для Volvo даже прямые лопаты делают. Для основы. Я прошу скорее. У них техника вроде нормальная, но все равно взять Volvo и взять Hyundai корейские настоящие. И китайские, корейские. То срок годности службы у него будет в два раза меньше, чем у него. Это в любом случае. Я же вижу как по запчастям. Ну, естественно. И у них. На вкус и цвет. Мне это нравится, китайцы. Китай это... По идее, Китай учится сейчас, очень так даже... Не, ну они прогрессируют очень хорошо. Я вам, у меня вот парки погрузчиков очень много. Заметно, заметно. Улучшение по последней машине. Молодцы. Хорошо, что мы его делали. Вроде ковшик по кубометражу. Что? Вроде ковшик подходит, если не перевешивать. Не, нормально. Вот именно для него. Там все высчитывали специально. Хорош. Что-то типа очистных сооружений? А, так и есть. Отсюда дальше и дальше. Это так все и есть.